17 мая в IT-парке состоялся форум молодежного цифрового предпринимательства Digital Start, на котором школьники и студенты узнали от практиков, что на самом деле стоит за словосочетанием «успешный предприниматель». Молодежный форум Digital Start – это финал образовательной программы по технологическому предпринимательству, которую школьники и студенты начали проходить месяц назад. Лучшие выпускники представили свои высокотехнологичные проекты, созданные с нуля под руководством менторов бизнес-инкубатора IT-парка. Суммарно дошло до конца 20 команд, то есть 300 человек. В процессе еще и образовывались команды. Из этих 20 команд мы постарались максимально пригласить всех, то есть никого не отфильтровывать. Сегодня практически все они здесь, 17-18 плюс-минус. Сейчас еще ждем последних участников. Основная задача наша – запустить активность в сфере молодежного предпринимательства. От Казанского федерального университета в мероприятии принимают участие студент Института управления экономикой и финансов КФУ Андрей Бибко, студент высшей школы ИТИС Роман Климов, а также лицеисты, учащиеся 10 класса Данила Юдин, Нгуен Зачонг и Александр Иванов, ученик 9 класса Шамиль Кадамов и ученик 8 класса Артур Лукьянов. Одной из главных критических проблем являются лесные пожары. Для того, чтобы ускорить нахождение возгорания, мы сделали проект «Беспилотник для мониторинга лесных пожаров». Он автоматически мониторит лес и находит возгорание и отправляет данные в МЧС, чтобы оперативнее локализовать пожар. Мой проект – это SFLife, система для наблюдения за нарушениями. Когда какой-то человек совершает какое-то действие, которое запрещено в определенном здании, моя система фиксирует это, фотографирует человека, опознает, кто это, и вызывает ему штраф. Вы, наверное, знаете про Помодоро. Это метод контроля времени, при котором вы 25 минут активно работаете и затем 5 минут отдыхаете. Исследования показывают, что это повышает вашу продуктивность. Значит, мы разработали Smart Помодоро, когда вам больше не нужно автоматически выставлять таймер на 20... Ой, вручную выставлять таймер на 25 минут. Все происходит автоматически. Вы садитесь перед ноутбуком, включаете Smart Помодоро, он автоматически начинает отчет, если вы сидите перед компьютером, и останавливает отчет, если вы куда-то уходите, соответственно, предупреждает, если вы долгое время сидите перед компьютером, и что вам нужно сделать перерыв для глаз, осанки. Победители получат ценные призы от организаторов и партнеров, все участники – сертификаты об участии в образовательной программе. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетяров, Универньюз.